проверить. Чем этим ребятам не понравились двери? Эй, подержи мне лифт. Займемся делом. Спасибо, Человек-паук. Это было что-то. Паучье чутье просто взбесилось. Человек-паук, пожалуйста, помоги мне! Ну и дела. С кого бы начать? С этого парня в колготках или его безмозглого дружка? Спасибо, Человек-паук! Эти бандиты тут повсюду, они схватили моих друзей! Возьми ключ! Человек-паук! Ну давай, Человек-паук! Спасибо, Человек-паук! Это позволит тебе открыть некоторые двери! Сейчас я... Спасибо, Человек-паук! Спасибо, Человек-паук.
заперто. Заперто. Ты спас меня. Заперто. Иди сюда. Спасибо, Человек-паук. Человек-паук. Док Ок собирается взорвать здание. Он заложил 8 часовых бомб, и отсчет уже начался. Нужно найти бомбы. Подсказывает, что у кого-то есть на это планы, и они мне не понравятся. Не заставляй меня самого подходить!
Внимание! Спасибо, паучок. Ты спас меня. Удача кончилась! Не нравится? Привыкай!
Ты меня достал, Человек-паук. У меня только одно поручение. Нужно раздавить этого жука раз и навсегда, чтобы он никогда уже отсюда не выполз. Иди сюда, паук. Ну, давай. Человек-паук! Спасибо, паучок. Ты спас меня. Не нравится? Привыкай. Спасибо, Человек-паук. Иди сюда! У меня для тебя кое-что есть! Теперь молись, щенок! Спасибо, Человек-паук! Я открою дверь, Человек-паук! Удостоверьтесь, что груз прибудет с товарным составом сегодня вечером. Выбор времени для проведения моего эксперимента – это более важная задача, чем вам кажется, идиоты. И будьте готовы уладить наши проблемы с пауками, если Рина снова провалит задание.
Ок должен быть где-то неподалеку. Помнишь меня, Человек-паук? О, простите, я не заказывал номер на двоих. Ха-ха-ха! Я еще посмеюсь над тобой, когда буду соскребать тебя со своей подошвы. И что теперь будешь делать, паучок? Прыгать-то и некуда. Никогда не говори «ща». Так говорят одни кретины. Ладно, забыли. Ну все, раздавлю, заразу! Здесь слишком мало места, чтобы уклоняться от Рина. Может заставить его таранить генераторы? Ща получишь, Человек-паук! Рина, по-моему, ты не знаешь, когда пора сдаваться. Мне кажется, или он правда становится сильнее? Стой смирно! Ща тебя размажу, стенолаз! Ну, давай, Рина, хватит спать! Ща тебя по стенке размажу, сопля! Голова моя, голова! Ща получишь, Человек-паук! Рина, по-моему, ты не знаешь, когда пора сдаваться, бревно! Ау! Наделаю себе паучьего холодца! Я что, ты болван? Я и так особо не напрягаюсь! Раздавлю! Если ты дерешься так же, как болтаешь, то мне не о чем спрятаться. Голова моя! Голова! Ну что, с Риной мы расправились, надо искать Дока. Что-то не так. Не так быстро, козявка. Ты правда решил, что со мной так просто разделаться? Я тебя размажу, стенолаз! Опасность! Ну, давай, Рина, хватит спать! Раздавлю! Если ты берешься так же, как болтает, то ты не можешь справиться. Заделаю тебе паучьего холодца! 10, 9, 7, 7. Я и так особо не напрягаюсь. Четыре, три, два, один. Ха, замороженный Рино. Рождество с каждым годом приходит все раньше.